Здравствуйте! Этот совет о том, как вы можете помочь нашим детям научиться решать проблемы и конфликты. В конце концов, преодоление трудностей может вызвать стресс, поэтому важно научить вашего малыша или ребенка-подростка этому жизненно важному навыку. Вот 6 простых шагов, которые помогут решить проблему. Первое. Определите проблему, с которой они сталкиваются. Второе. Придумайте несколько возможных решений. Третье. Выясните, какими могут быть результаты каждого решения. Четвертое. Выберите одно решение. Пятое. Поощряйте вашего ребенка-подростка попробовать выбранное решение. Шестое. Если это сработало, отлично. Если не помогло, посоветуйте ему не волноваться и просто попробуйте другое решение. Когда что-то идет не так, очень легко расстроиться и обвинить наших детей. Но что им действительно нужно, так это кто-то, кто поможет им справиться с их проблемами. Вы можете помочь им сделать это, сделав паузу. Если вы чувствуете, что раздражаетесь, сделайте 10-секундную паузу и сосредоточьтесь на замедлении вдоха и выдоха. Это поможет вам ответить более спокойно. Когда вы и ваш ребенок пытаетесь найти решение проблемы, не забывайте. Первое. Позволить ему выразить его чувства. Второе. Слушайте, что он говорит. Третье. Попробуйте посмотреть на вещи с его точки зрения. И четвертое. Поблагодарите его за то, что он открыт и доверяет вам. Помните, что умение ребенка решать проблемы – это то, что он берет с собой на всю оставшуюся жизнь.